Грипп и ОРВИ атакуют северо-запад страны. В нашем регионе специалисты называют ситуацию стабильной. И все же в Валдайском районе закрыта школа. В Великом Новгороде несколько классов. В областной клинической больнице объявлен карантин по гриппу. Как пояснила региональный министр здравоохранения Галина Михайлова, первый случай заражения вирусом гриппа А был выявлен у пациентки клиники 12 дней назад. Все контактные больные сразу же стали получать адекватное противовирусное лечение. То есть теми пациентами, которые находились в контакте, 7 человек было зарегистрировано, из которых уже 4 выписаны. Трое находятся, вот буквально, наверное, они выпишутся либо в конце этой недели, в зависимости от основного его состояния. И в ближайшее время они тоже поедут домой. И проводился, и проводится весь комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. Надо отметить, что на сегодня 100% сотрудников областной клинической больницы привиты. Как раз вот тот грипп, который выявлен у данных заболевших, H1N1, он входит в штамм гриппа, прививки, которые мы делали. Заболевших среди сотрудников нет. До конца недели в областной больнице приостановлена плановая госпитализация, введен масочный режим, проводятся карантинные мероприятия, добавила Галина Михайлова. По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю в области зарегистрировано около 5500 случаев гриппа и ОРВИ. Отмечается превышение эпидемических порогов среди детей до 2 лет на 32%, от 7 до 14 лет на 59%. Наиболее высокий уровень заболеваемости на территории Великого Новгорода, Боровичей, Любытинского, Шимского и Чудовского районов.